я хочу позвать на сцену директора Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге, госпожу Паула Чоли. Поприветствую. Добрый вечер. Спасибо всем за то, что сегодня пришли на показ фильма «Стажер» режиссера Валерия Атанасио и на встречу с одним из главных героев, его актером Гульельмо Поджи. Хотела бы поблагодарить Стаже, Ирину и Александра Букреевы за организацию фестиваля «Риф», который в течение всего года будет знакомить с российской публикой с последними фильмами, которые вышли в прокат в Италии и рассказывающие о современной жизни в Италии. Надеюсь, желание общаться с итальянской культурой и с итальянским институтом у большинства из вас сохранится на целую неделю. В следующий четверг, 31 января в 6:30, в библиотеке имени Лермонтова будет показан документальный фильм «Мы были итальянцы». Буду ждать вас там. Еще раз спасибо за ваше присутствие и приятного просмотра. Я хочу позвать на сцену начальника отдела образования консульства Италии Джузеппе Лопорто. Allora, due minuti, soltanto un minuto soltanto per darvi il saluto da parte mia, da parte anche della parte dell'ambasciata d'Italia, Mosca. Я хочу поприветствовать вас от имени консульства, также от имени посольства Италии в Москве. Noi seguiamo sempre con grande attenzione e con grande interesse tutto ciò che si rivolge all'Italia, naturalmente il Festival RIF per noi è un motivo anche di orgoglio. Мы с большим интересом следим за всеми итальянскими событиями в России, в том числе за этим замечательным фестивалем РИФ. Benvenuti questa serata e quindi un saluto anche alla mia San Pietroburgo, perché vengo spesso, quindi anche con tanto piacere, nonostante il freddo e il gelo. Я очень люблю Санкт-Петербург, часто сюда приезжаю и сейчас всем вам желаю прекрасного вечера. Quindi una buona serata a tutti quanti, grazie. Хорошего вечера, спасибо. Спасибо большое. И мы очень рады действительно показывать сегодня наш фильм. Это как раз произведение молодых итальянцев. И сделан этот фильм в как раз комедии. Это комедия как раз вот именно в традициях комедии по-итальянски, которую очень любят у нас в России. Я зову на сцену Гульельмо Поджи, одного из главных актеров в этом фильме. Поприветствуем. Sasha siamo amici ormai. Ma Sasha è già da noi друзья. Ci diamo le bacche sulle spalle. Поэтому могу вот так вот его неформально поприветствовать. Che dire, è un'emozione fortissima. Что сказать, я очень взволнован. Se qualcuno di voi poi rimane alla fine vi spiego anche perché. И если кто-то из вас останется на обсуждение фильма, то я объясню вам по какой причине. In questo bel paese del teatro e del mio autore preferito di romanzi, Dostoevsky. È un grande onore che voi siate qui a vedere questo film. Che è il mio primo film da protagonista. E chissà se anche l'ultimo, perché c'è il pericolo. Intanto devo non rimanere ibernato dopo questa. Ibernato è difficile. Я как минимум попробую не замерзнуть, не впасть в зимнюю спячку. Non so se vi siete resi conto che fa freddo fuori, forse qualcuno. Я не знаю, вы вообще заметили, что очень холодно на улице? Pochino, vero? Чуть-чуть хотя бы, да? Vabbè, poi siete abituati, che vi frega. Но я уверен, что вы, конечно, привыкли. Poi oggi noi facciamo pattinaggio sulla neve, proprio. Сегодня мы весь день буквально катались по льду, по снегу. Pensa se arrivavo con una gamba fratturata. Ma представляете, если бы я сейчас пришел со сломанной ногой? Basta stupidaggini.
parlato? Ovvero tutto quello che dico? Lo devi dire, questo lo devi dire. Meglio che non ha capito. Però sostenibilità? Grazie all'Istituto di Cultura, grazie all'Ambasciata, con Giuseppe abbiamo già avuto modo di divertirci insieme. Я хочу поблагодарить Институт культуры, посольство, с Giuseppe мы уже не первый раз веселимся вместе. E spero non sia l'ultima volta qui, cercheremo di lavorare perché io vorrei tanto tornare. Sto amando tantissimo questo paese e la vostra cultura. E voi? Мне очень нравится Россия, я люблю вас. Люблю вашу страну и очень надеюсь, что это не последний раз. Chi non rimane alla fine è cattivo. А кто не останется, тот плохой. У нас после фильма состоится обсуждение, так что не расходитесь. Как раз как фильм закончится, выходите в фойе. Также у нас на входе проходит розыгрыш билетов на уже следующий фильм, сделанный в Италии. Оставляйте свою электронную почту и участвуйте в розыгрыше. Надеемся, что вам повезет. Спасибо вам большое и приятного просмотра. Ждем вас снова и будем вас радовать и дальше хорошими итальянскими фильмами. Спасибо.